Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, ну что, задания у нас с тобой не обновились. Все еще вчерашние, насколько я могу понимать. Поэтому давай попробуем пройти, во-первых, столкновение, которое у нас в прошлой серии не получилось. Так, возьмем, наверное, Диплотатора. Попробуем сыграть за него. Но ход противника. Что он будет делать? Атакует. Окей, гаденыш. Я сделаю вот так. Смотрим. Так, он ничего не стал делать. Естественно, он начал копить бонусные очки себе. Вот только сколько? Проверим. Ах ты, жук ты навозный. Но так, ребят, по-моему, пора его... Нет, пока не пора, наверное. Вот так я сделаю. Уху-ху-ху-ху. 5. Неужели нам крышка, а? Хм. Все, друзья, он, по-моему, доигрался. Как тебе кажется? Или нет? Нет, все, ему крышка. Фью. Мы это сделали. Мы победили, нифига такой, да, тут динозаврик стоит. Так, ну что, колесо призов за ДНК. Дайте только большое количество ДНК. 500 лучше, ага, 125. Ну, хотя бы так. Лига детеныша, я не понял, это у нас... А, только через 2 часа с половиной. Понял, подождем. Блин, а я не поставил хавчик добываться, к сожалению. Так, это все забираем. Ну что, тут у нас созрел или не созрел? К сожалению, пока нет. Продолжаем, конечно же, ребята, продолжаем. А вот тут у нас... Ага. Тирана-титан, по-моему, да? Да, собственно, персоны. Так, их можно будет потихонечку уже скрещивать, усиливать. И это еще не все. Забираем Диплотатора. Как я раньше тебе говорил, нам нужно несколько их. Поэтому я, с вашего позволения, наверное, еще одного закажу. Но вот я не уверен, что мне ДНК хватит. Да, с ДНК, кстати, проблема у нас начались. Наборы карточек. Наборы карточек. Здесь у нас все взято, да? Так, у нас опять тут код 19 загорелся. Отправляем с тобой Оуэна. Ну что, у нас с тобой еще одно. Так, а у нас еще столкновение с тобой открылось. Ну-ка, давай глянем. Это трындец какой-то. Чемпионы. Вот здесь я не знаю, что делать. А что если мы с тобой, знаешь, как сделаем? Возьмем вот так вот. Или же вот так. Я даже не знаю, может быть, вот так. Ладно, попытка не пытка. Ну, проиграем, то проиграем. Что мы будем делать? Так, этого мы ушатаем сразу же. Пошел вон. А вот дальше, да. Он меня сейчас увалит с двух атак. Вот такие вот пироги. Так, он с двух атак, да? Значит, ему крышка, ребята. Мы его... Ать, как хорошо, а? Наконец-то я его отдубасил. Так, а тебе, парень, тоже придется две атаки потратить, чтобы убить птеродактиля. Фух, ну что, теперь смотрим, сколько у нас здесь получается.
405. Да, ему крышка. Погнали. Турбозавр, нифига себе. Вот и нету больше никакого здесь турбозавра. Ребят, мы победили. Единственный вопрос в том, что... Что дальше за испытание будет? ДНК по чуть-чуть. Ну-ка, смотрим. Астафликозавр. Антаркопте... Антаркопелта. Ё-моё, тут пока выговоришь. Так, ну что, против ихтиостеги мы возьмем, наверное, Эдюморфодона. Против астафликозавра. Мне нужно вот этого как-то. А я не могу его забрать. А я не могу его забрать. Кем же мне тогда бомбить? Блин, ну кем бомбить-то? Тропиогоптером, что ли? Это бред. Это бред. Вот такие вот пирожки, блин, а? Ладно, возьму алангозавра и тропиогоптера. А что я могу еще сделать? У меня нет вариантов, ребят. Просто нет вариантов. Безвыходное положение. Опа. Ихтиостеги. Крышка сразу же, ребят. Смотри. На-ка. Отдохни. Сейчас глянем, сколько этот. 510. Слушай, по идее, он не должен нас завалить. Но это по идее. А вот то, что он меня один завал, это плохо. Так, мы тогда тоже, наверное, с тобой сделаем вот так. Зачем? Да за тем же самым. Пускай бомбит. Так, нужно две атаки потратить. А он три тратит, прикинь. Шикарно. Так, сейчас посмотрим. По-моему, должны мы справиться, да? Ага. Не получается. Сколько у нас тут? Вот. Вот сейчас будет совсем другое дело. Раз, два. Это 1300. Придется все слить. Замечательно. И астафрикозавр выходит. Ему в любом случае две атаки придется слить. Ну что, ребята? Один, одна атака, ну, одно бонусное очко у него осталось, да? Я попробую сделать вот так. Смотрим. Что он предпримет. Все, ему крышка. Ему, ребята, крышечка приехала. Пока. Так, ну у нас еще один поединок. А вот как его сделать, ума не приложу, потому что у нас не хватает динозавров. Их просто нет, ребята. Сейчас глянем, что у нас тут. Тираннозавр, опять этот. Твою налево, а. Нет, можно было бы это сделать, знаете, через сколько? Через 4 часа. Нет, вру. Через два часа. Блин, а у нас, по-моему, события когда заканчиваются? Давай посмотрим по времени. Через 2 часа 26 минут. Твою налево, не успею, да, получается? Получается, что я не успею с этими драться, но это смысла нету. Хотя... Вот этого мне никак не завалить. Вот в чем проблема. 62. Может быть, где-то нам с долларами повезет. Так, ну здесь мы с тобой Оуэн отправим. Где нам может повезти с баксами? Скажи мне, пожалуйста. На ПВПшке. По событиям все равно у нас ничего нету. Ничего нам не светит. Как бы мне отыграть-то, а?
Бакинские мы с тобой сейчас нигде не заработаем. Это факт. Тогда нам нужно что-то придумать, блин. А что ты тут придумаешь? Тут ничего не придумаешь, наверное. Ладно, можно, в принципе, знаешь, что сделать? Поиграть в PvP. Например, с водной. Начнем, да? Наверное. Погнали. Раз, два, три. Блин, а я еще и доллары трачу. Молодец. Ну, кто нам тут выпадет? Йок. Нифига себе. Друзья мои, по-моему, тут даже и говорить не о чем. Лесиходон, ё-моё. Это трэш. Это, друзья мои, трэш. Зачем я так сделал? Вот объясни мне. Не, ну тут нереально. Ты посмотри, у него вот так, от 1320. Это у меня защиты ни у кого такой нету. Бесполезно. Ладно. Давай. Ну что там замер, блин? Думает еще что-то. Ну, красавчик. Красавчик. Ну что? Теперь, ребята, блин, мне, наверное, даже всю, если я солью, не хватит. Сейчас проверим. Две. Так, отлично. Раз, два. И вот так. И отсюда. Угу. Ну что же, давай посмотрим. И что ты сделал, парень? Вот так вот ты делаешь, да? Давай, поиграем по моим правилам. Хочешь пробить, да? А не тут-то было. Ну что же. Так, сколько он потратил? 4 атаки, да? 3 у него осталось в запасе. Сделаем так тогда с тобой. И вот так. Упс. Ладно, этого хватит. Угу, явился, не запалился. 63 атаки всего лишь-то. Ничего не стал делать, да? Я рискую, ребят. Я. Фу, перехитрили. Отлично. Я думал, что мы не выиграем здесь, но все у нас получилось отлично. Красавчик, красавчик, красавчик. Прям тут разбуянился, раскатался. Сам видел, прекрасно все у нас получилось. Забомбили, рулеточка, все дела. И понятно. Не это я, конечно, хотел. И еще разочек крутанем. И что же нам тут выпадет? Блин, не чтобы 200 очков доверий. Или доллары. Так, ну я предлагаю, наверное, тогда сыграть еще разок. Раз, два, три. Но за рекламку. Ну, давай быстрее
Ох, ё-моё. Но здесь, по-моему, все. Тут крышка. Тут мне никак не справиться. 590 к атаке. Да. Не очень, конечно, хорошо. Так, у нас кто-нибудь тут есть посерьезнее? Если так сделаем. И защиту. Ага. Не тут-то было, да, парень? Даже не знаю, что сделать. Давай так. О, все. Тут там крышка, наверное, он сейчас пробьет меня. Две атаки сольет. Ага, все решит слить. Ну что, банана гномиус. Или как ты там? Банана гномиус, правильно я сказал. Вырубим мы его. Вряд ли, да? Не хватит. Хотя хватило. Так, а сколько у нас вот этот будет бомбить? Да блин, не настолько-то и меньше. 414 к атаке. То есть ему 2. Две атаки нужно будет всего лишь слить. Две. Все ведь гад рассчитывает, а? Ну, этот вряд ли, конечно, сможет победить. А если даже и победит, нас все равно ушатают. Нас все равно сейчас ушатает вот этот вот геозавр. Нифига он какой прокачанный. Так, ну что, тут все, ребят. Тут крышка нам. Блин, когда же у меня тут будут все прокачаны, а? Скажите мне на милость. Кстати, давай-ка мы, наверное, сейчас посмотрим, кого мы можем вывести и в ближайшее время прокачать. Мне бы хотя бы одного гибрида получить, водного. Было бы вообще круто. Давай глянем. И что мы тут увидим? Так-с, кранозавр. Включить. Я не могу включить пока. А с кем он, интересно, может... Ага, его нельзя сделать гибридом, к сожалению. А, например, тебе можно сделать гибридом? Можно. И с кем же это? С аллозавром? Ого. Но это нужно, конечно, на бананогномиус, чтобы он был у тебя 40 уровня. Это исключено, потому что у меня столько нету. А вот, например, Архилон. Он тоже может гибридом быть. Мегархилон. Нифига себе, это как типа мегалодон. А, так это и есть мегалодон. Нифига, тут, наверное, акула такая будет имбовая. А кто-нибудь попроще, например. Так, где у нас там? На рынке, по-моему, смотрится, да? Заходим с тобой в пещерники, к примеру. И давай. Блин. Так не покажут нифига. Ну вот, обычный же, да? Это уже у нас кто? Дикозавр. Гибрид. Если у нас псифодерма 40-й, это то, получается, докодерма. Слушай, наверное, надо делать. Значит, докозарм и... А у нас есть это? Психодерма или как ее там? Черепаха-то это. Вот она, да? В магазине есть она? Доступен в особом событии. Нету у меня, к сожалению. Лептоклейт. И это получается лептостега, да? Лептоклейт. Есть у меня вот такая черепаха? Есть. А лептоклейт... Вы хотите сказать, что лептоклейда у меня нету? Прогнатодон, может быть, его тоже скоро в эволюцию пустить?
Слушай, ну... Ой, ё-моё, я думал, вроде бы как бы нет у нас акулы. Нифига он какой здесь. Прогнатодон. А вот прогнатодон у меня есть. Пускай выводится. Так, подожди, я еще не закончил. Лептостега. Где это лептостега? Что тут у нас? Прокачаем, да? Кто вообще такой лептостега, скажи-ка мне на милость. Это Артакантус. А вот это, например. А вот, лептоклейт. Есть у нас. Лептоклейт у нас есть тоже, ребята. Водоплавающие. Ну-ну-ну, где же ты? В плане, я не понял. Или это у нас там всего лишь один был лептоклейт доступный? Ну, давай, я не знаю, вот этого тогда еще поставим. Надо делать гибриды, 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 еще раз гибриды, друзья. Так, события. Блин, как же тут-то пройти, а? Тираннозавр еще этот. Сейчас попробую. Нечего нам тут уже терять. Так, так. Поехали. А была не была. Угу. Так, ушатать. Ушатать не ушатает. Он поменять может. Так и есть, он меняет, ребята. Ай-яй-яй. Ух ты, 365. Если сейчас две атаки мои прошли бы, ему была бы крышка. А вдруг пройдут, а? Давай рискнем. Yes! Чутенько, ребята. Так, тихо-тихо-тихо. Так, ну этот, что, он две атаки потратит? Пускай тратит. Жалко, конечно. Но... Так, а сколько мы сейчас будем наносить? Ох, ё. Я даже не ожидал, что у него настолько много здоровья. Две защиты возьму. Возьму я две защиты. Так, он слил все, да? Это шикарно, ребята. Потому что ему крышка. Раз, два, три. И еще даже у нас на бонус хватит. Давай, давить его. Клопа этого. Ну что, голубчик? Тебе кранты, ты в курсе, нет? Тираннозавр мод 2. Да-да-да, тебе вот этот вот малыш ушатает сейчас. Как сосунка. Да, получи, распишись. Да, ребята, не ожидал. Сам от себя. Что вот так вот у нас получится пройти. Это круто на самом деле. А, велоцираптор мод 2. Так, ох, 100 бакинских, спасибо. Так, друзья мои, в первый раз получаю велоцираптора мода 2. 325 очков доверия, шикарно. Так, ну что, сегодня у нас начинается лига. Новая лига, поэтому надо будет на нее, наверное, сходить, поиграть. Вечером, да? Так, Оуэн, сходи разберись там, что там происходит. Фу, ребят, я считаю, что не зря сегодня серию я сделал. Запилил, успел, так сказать, поиграть. И очень даже удачно поиграли. Я думаю, что вы со мной согласитесь.
Для меня самого, честно говоря, неожиданно было, что мы пройдем. Так, через 2 часа у нас с тобой будет защитить свою территорию. Также эволюционная борьба плюс дрожь земли. То есть 3 новых события. Ну, сюда схватка чемпионов, естественно, я не пойду, потому что меня там порвут. Так что придется потерпеть. Коллаборинг. К сожалению, нет у нас коллаборинга. Зато есть Галимим, который мне не нужен пока. 59 тысяч там валялось, ничего себе. Такие крупные денежки лежат без присмотра, а? Так, здесь Дилофазавр. Тут очень, ребята, много динозавров, которые у меня хотят прокачаться, но... Так, кстати, прокачаться. Вовремя я вспомнил, что мы хотели здесь сделать. Эволюцию я какую-то хотел вроде зарядить, да? Блин, ну... А тот где у нас с кем идет? С Нундазухом. А у нас Нундазух есть 40 уровня. Нет, мы пока не будем ничего делать. У нас есть скалозавр. Да, нам нужно будет его скрещивать. Так что пока потерпим. Пока мы с тобой потерпим. Не будем тратиться здесь ни на что. Диплотатор. На рынок. Сколько он стоит? 4000, ребята, ДНК. Но у меня, как видишь, 3000, поэтому не хватит. Поэтому перебьемся. Ну что, тогда я буду, наверное, закругляться. Вечером продолжим, ребята, драки, поединки. Потому что новые будут события. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.